Всем привет, дамы и господа. У нас зима пришла, смотрите. Сегодня погодка такая вообще замечательная. Небо чистое, солнышко светит, смотрите, красотища. Вообще прям, как я говорю, красота красотушечная. Мы с Людмилой сегодня занимаемся утями. Ну, сегодня, завтра. У нас там десяток остался, надо повыбивать, оставить. Ну, на весну. Они несутся хорошо, плодятся. Поэтому оставим. Хотим оставить 3 утки и утака одного. Вот, остальное все повыбивать. В общем, сейчас пока тяжеловато их всех кормить. Снегу навалило, под снегом лед. Вот так вот. Ну и вот, в общем, занимаемся. Я полю, бью, Людмила щипает, потрошит. Вот. Смотрите, какая красотища. Зима пришла. Все белым-бело. Голуби у Иваныча летают. Вот, в общем, как-то вот так. Еще раз говорю, особо я не снимаю. Грубости, конечно, там я демонов повыпускал. Столько прям оскорблений каких-то. Вроде никого не трогаю, ничего не делаю. Такого никого не оскорбляю. А столько оскорблений в мой адрес, вообще кошмар. Ну, я понимаю, малолетки, бог с ними. Вот. Ну, в общем, как-то вот так. Не снимаю сейчас. Почему не снимаю? В принципе, делать нечего. Ремонтом заняться не могу, так как скажу, что нету денег, скажете, что опять жалуется, иди работай. Я работаю без этого. Вот. Нету сейчас такой возможности заниматься ремонтом. Так все, в принципе, хорошо, как бы все хватает, все отлично. Что еще? Да ничего. Вот бьем потихоньку, буду показывать. Кто-то пыхтел, собак нету, Люды нет. Да ё-моё. Наверное, избил, ушла. Ну, да. Люда ушла. Скажи всем привет. Всем привет. Да у меня на голове, Юр, ты опять меня снимаешь, блин. Да ладно, что-то ты дома. Ну вот, одну уже сделали, я ее быстренько обсмолил. Люда сейчас еще вот утака, и пойду я еще одного утака соберу у них. А я маме позвоню. Снова телефон. Да, остальное завтра, да? Да, и завтра еще 3 штучки, и оставим там немножко. Вот. В общем, как-то вот так. Сегодня у нас проходит день. Ну, на улице вообще красотища прям. Сейчас потеплело, слышишь, и руки не замерзают вообще прям четко. Потеплело, потому что солнце, ёл. Ну да. Поэтому тепло, так минус все равно. Ну вот так вообще прям. То залило тут дождями нас, потом ветер был такой хороший. Потом я утром проснулся, снегу навалено вообще. И вчера еще ветер был, да, со снегом. Ну, сегодня уже. Ну, хотя со следующей недели уже говорят, что, короче, будет тепло. Посмотрим. Ну, там аж до плюс 10. А в феврале все, вообще уже плюсовая температура начнется. Короче, еще пару месяцев мается. Поздравь же всех со стороны Нового года. Так поздравлял, а сегодня что у нас? 13-е, что ли? 13-е. Здрасте. О, точно, друзья. Да, 13-е. Всех поздравляю со старым Новым годом. Всего вам самого наилучшего. Давай. Здоровья. Чистого неба над головой. Ну и, соответственно, яркого солнца. Чтобы у вас все было. И вам за это ничего не было. Ладно, смотрите дальше. И вот мясо утиное. Это одна, да? Это уточка у нас. Ну сколько? Раза на два нам хватит с уточки. Ну это мелкие уточки. Это ну, с последнего выводка. Ну и 2 утака вот. Людмила еще тут утака моет. Но не покрупнее, конечно, да? Ну да. Ну и вот я. Утака одного. Тоже большой. Все, и на завтра у нас остается 2 утака и уточка одна, и все. Остальных оставляю. Вот. В общем, вот так. Покушать нам, короче, хватит до весны, я думаю, да? Нет, покупать надо ее. Ну покупать будем что-то, конечно, там курочки или надо. Так, а я, наверное, кофейку попью. Я тоже. Ладно, смотрите дальше. Тоже будешь? Да. Я сейчас поставлю. Ну, у нас, друзья, как обычно. Уточку разделали. Вот еще 2 утака.
Надо помыть, воду отключили. Что-то там случилось у них на линии. Короче, постоянно какие-нибудь проблемы. Ну, в принципе, что, на сегодня вот такие дела. Сейчас возьмем и приготовим что-нибудь покушать, пока воды нету. Потом помоем, разделаем. Ну, на какое-то время покушать у нас есть. Вот как-то вот так. Зима, по улице походил, уже время вечер. 5 час, 24 минуты 5. Все уже прохладно стало, руки замерзают. Покоя не могут найти. Собака. Мася, отстань ты от его морды. Что ты пристаешь к нему? Что ты к нему пристаешь-то, ты, лягушка? Ты. Чипа. Мучает она тебя, да? Мучает. Покоя тебе не дает, да? Вот, в общем, вот такие дела. Ну, такое видео, что, домашние дела, по дому занимаемся. Все. У нас есть же еще хлеб? Полбулки. Ну, пока хватит нам что. Потом можно вечером поставить. Все, понравилось видео? Не забывайте поставить лайкосик, подписаться на канал. Все, всем пока.